Итак, как починить подъемники на Infiniti, если он не работает в режиме авто? Сейчас попробуем. Вот вниз работает, вверх поднимается, но авто не работает. Будем действовать по инструкции, которую я нашел в интернете. Стекло поднято вверх до конца. Нажимаем вниз до упора и держим. Стекло открылось, но мы продолжаем держать. Около 5 секунд. Дальше до упора вверх. Стекло закрывается. Мы продолжаем держать. Ну, попробуем. Эть, заработало. Здорово. И точно так же у меня сбилась противоположная по диагонали дверь. Сейчас ее будем уже ремонтировать также.